Так. Матео. Матео. Вы сели туда. Одна. Сели туда. Сели туда. Сели туда. Вы сели туда. А вы сюда приготовились. Вы приняли. Вы делаете прием. Значит, как, сколько раз делаете? Сейчас один раз он, один раз он. Нет. Четыре. Сейчас, подожди. Три раза делаете. Ярослав, три раза не пишет. И из трех я смотрю, кто получше. Итак, кто делает? Ярослав. Ярослав, ручку поднимешь и делай. Ярослав, да? Пожалуйста, три броска твои. Уно. И в конце все. Двое. Три. Так, оценка патру. Пожалуйста, вы вышли. Извиняюсь. Разогревайся там. У кого четыре? Ярослава. Тихо. Два. Второй, третий бросок. Оценка три. Так, вы выходите. Да, перебивайся. Нет, вы неправильно выходите. Ставите туда. Один выходит сюда, другой туда. Или вот туда. Да, вот так. Поклониться. Раз. Теперь, кто? Я должен знать, что бросать. Это первый вопрос. Так. И второй. Когда заканчиваете, оба, три. Кланяемся, делаем два шага назад, кланяемся и уходим. Пожалуйста. Итак, Григорий. Уно. Ногу убираем. Двое. Три. Оценка пату. Пожалуйста. Второй момент, номер двое. Уно. Двое. Три. Значит, оценка три. Поклонились. Ничего страшного. Научитесь, будете делать на 12. Уно. Двое. Сумки надо забирать, если очень тяжело приглашать папу. Значит, что? Вот этот прием, он делается тогда, когда соперник на вас идет. Вот он вас хочет толкнуть. Вы идете назад, раз, ушел, хоп, и он падает. Вот, давайте посмотрим. Артем, можно? Мы сейчас это сделаем медленно.
посмотрите, в левую стойку, я левша, вот захват неправильный, значит, идем, идем, на меня, идем. Нет, еще раз, пошли. Раз, нет, 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 ты не толкай, просто иди. Приготовились, пошли. Раз, 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 пошли назад. То есть мы должны научиться в захвате передвигаться. Эти я передвигаюсь. Идем. Еще разочек. Это для чего? Для того, чтобы он расслабился. И раз, вы видите, видите, да? Куда он упал? Вперед, он у вас падает в бок. Еще раз, пожалуйста. Он идет, идет, идет. Только он встал, я его нагрузил. И он должен упасть вперед. Я ухожу в сторону. А вот тут разминайся здесь. Разминайся. Значит, еще раз, вот мы идем медленно, вот поднимай нога, медленно, раз, два, теперь видите, я его нагрузил, я разворачиваюсь, а я видите, он упал, я могу в этот момент, смотрите, раз, два, три, я могу ногу подставить, он падает, вот Григорий, что я сейчас показываю? Вот видишь? Подставили ногу. Подставил ногу? Ну ты же не видел. Не видел, что я смотрел. Еще раз. Посмотрите. Раз, два. Я могу взять отсюда. Будет бросок через плечо. Я могу сделать так ногу. Это будет передняя подножка. Я могу взять отсюда. Оп! И сделать. Это будет подклад. То есть захват как бы есть, он идет вперед, я его вперед бросаю, но зависит от кого. Если он высокий, вот, то я отсюда подворачиваю, сделаю через плечо. То есть в зависимости от рост, вес, или я ногу ставлю, или я через тело с колен, или я через плечо, или через бедро, или подхват. Все это будет зависеть, спасибо. Все это будет зависеть от. Значит, что вы сейчас делаете? Это последнее. Значит, здесь у нас получается четверка, тройка. Значит, у вас первое место. Но это я в конце. Сейчас я хочу. Иди сюда, пожалуйста. Можете? Значит, посмотрите. Сейчас вы возьмете захват с партнером и пойдете назад потихонечку. Раз, нет. Если нога у меня уходит назад, ты идешь сюда вперед. Два, вот я иду, иду, ухожу и отсюда его раз и делаю бросок. Понятно? И встаешь, берешь меня и идешь сюда, назад и на парк. Уну, и бросаешь. Нет. Сюда, ты лопай. Пошли. Идем. И раз, и пошел. И бросаешь меня, и я падаю. То есть один раз он, один раз я. Пожалуйста. Аделина, здесь вы. На синей линии. Вы здесь. Так, вперед. Вы здесь. Идете туда. Вы становитесь. Да. Значит, ты один раз сюда бросаешь, разворачиваешься, а туда, а потом меняете себе все брак. Потому что... Сторону кто? Сторону локтя бросаем. Сейчас он бросает, потому что он идет назад. Сергей, вот... Да. Можно подножку? Не надо, не спеши. Так он опять ты туда, где локоть? Пешки бросаешь, Георгий. Да. Убирай ногу. А ногу? Еще раз. Прикрывающая нога остается. Развернись к нему спиной. Разминаемся. Махи ногами не делали. Не надо. Махи ногами делали. Вас не снимают. Пошли. Это тоже на оценку. Нет, это нет. Это в следующий раз на оценку будет. Уже в движении. Не за счет силы, за счет просто поворачиваешь ручками чуть-чуть. Не спеши. За счет силы.
За счет силы нужно будет делать тогда, когда... Страховку сделали? Нет? Нет? Я не слышал. Где клопки? Посмотри, куда ты падаешь. Вот сейчас тебе ударит, попой на нас сядет. И пукнет. Опять? Посмотри на меня. Бросаешь нога, здесь ты падаешь. Убери ногу и разберись. Ногу убирай. Адалина, Игорь. Что? Смотрите. Никита бросает здесь, а Ярослав бросает здесь. Встал. Ярослав сюда. Ярослав, сюда бросаешь, а потом мы возвращаем. Давайте. Кто там еще остался? Ну тут сколько ее ждать? Мало, разогреваемся. Матвей, бегли на шубот. Бегли на шубот. Вы сюда вдвоем. Вы переходите туда. Так, вы вчетвером здесь, вы вчетвером сюда переходите. Бегли на живот. Лицом ко мне. Это чинь шлоты. Хаджина. Он. Двой. Три. Все. Все. Еще раз. Мне не надо говорить все, не все. Дело не решите. Я скажу, когда надо. Припресс пошли чуть-чуть. Уно. Двой. Патру. Чищ. Ашизей. Ашизей, чищой. Пошли. Уно. Двой. Три. Патру. Чищ. Приехали. Смотри, приготовили. Тебе. Тебе. Можешь трубки пойти, можешь трубку померить. Пойду. И тебе включаешь. Тебя. Так, сюда переходит. Дергись. Бегли. Теперь патру. Патрур делаем. Патрур. Смотри. Ашизей. Привет. Начало. Так, Матэ, значит, сейчас сели на колени. Еще раз, на колени. Ваша задача набить по сутевой. Раз, сто раз. У меня дети занимались большим теннисом, я их заставлял, мучил. Я видел ваши деньги. Они могут, мне могли тогда набить 1000 раз. Смотрите, осутывай так. То есть расстояние должно быть вот такое. Переворачиваем ракетку. 100 раз так. Так. И 100 раз так. Правой, левой, правой, левой. Я буду вас менять. Так. Девочки, подойдите сюда. Берешь ракетку, мячик и за свое место, пожалуйста, любую ракетку. Вы подходите. Два шага назад, мальчики. Стоп! Нет, я сказал, женой. Давай, женой. Здесь нет. Там, туда, туда и сюда. Я где? Ты, Петя, Аид. Петя, Аид. Петя, Патру, Патру. На, здесь. Сюда. Поехали. Боец, Артем, сюда. Девочки, уну, двое, три, патру. Патру, вы сюда. Один туда, другой сюда. Лицом ко мне. Я снова лишь. Андрей.
Пожалуйста, я вижу, что ты любишь немножко. Это хорошо, что ты любишь поругаться со всеми. Может, бороться хорошо будет. Аджи! Нет, надо вставать. За плечом можешь встать. Мяч упал. Да. Пошли, пошли. Нет, жилу. Сели на колени. На коленях набиваем. Пошли, на колени, на колени. Сейчас буду проверять. Делайте сразу хорошо, Артём, не надо. Делайте сразу хорошо, потому что потом, когда принимаю, и неправильно. Так, Мате, Георгий, ты где? Григорий? Да. Туда. Я тебе показал, где твой угол. Ты туда, Вадим. Вон туда на угол, вон туда. Так, стоп, внимание сюда. Значит так, Артём встал, 30 раз хочу видеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, оп, ноу, дети. 1, 2, 3, 4, 5, 6, оп, ноу, дети. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, оп, ноу, 3, дети. Так, теперь другой стороной ракетки играем. Пошли. Пошли. Смотри, 10 так, 10 стынга прячу, 10 стынга прячу. Пошли. Все, 10 раз надо. 10, 10 и 10 сразу. Что ты ходишь? Ярослав. Кого? Шесть. Так это мой. Что ты, туда убежал? Потом посмотрим. 10. Так, кто? Смотри. Андрей, я рукой. Да ты все равно какой мяч, какой ракетку. Еще раз показываю. Стоп. Остановились. Еще раз. Посмотрите. Не держим вот так ракетку. А вот так. Ракетку держим вот так. Раз. И этот пальчик здесь. Если вы будете вот так держать, значит, вы теннис плохо будете играть. Значит, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, внимание сюда. Вы вдвоем становитесь сюда. И ваша задача 30 раз друг другу перебросить. Понятно? Вот я сюда. Это будет снова. Так учитесь вы. Артём. Что? Мы будем сотрудничать. И сюда. Вы вдвоем. Встаньте, пожалуйста, вот сюда. Пойдем. Так, кто у меня здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Так, Олеся ушла села. Михаила сюда. Андрея сюда. Так, вы вдвоем сюда. Один сюда, другой сюда. А, наоборот. Один сюда, другой сюда. Вот так. Пошли, играем. И сверху, стараться снизу. Пошли. Леся, проснись, Коля. Михаил, Дайте ближе. Ну что вы все время поездом заправляете? Один раз завязали и все. Ну, кто 10 раз может передать? Давайте, хочу посмотреть. Ну? Андрей, 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 Андрей,
Вечер смотреть. Пошли. Оно. Оно то же самое. Вперед. 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 Тебя ждем. Оно. Оно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. Ор. Ноу. Здесь. Трек. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. Ор. Ноу. Сергей Анатольевич, если можно, мне нужно. Дай мне ракетку, пожалуйста. Можно, Сергей. Да, можно. Дай мне ракетку тогда и сядь туда. Да. Значит, внимание сюда. Вот этим ракет, я что сказал? Положили ракетки, мяч. Положили. Еще раз. Этим ракеткам, вот я еще буду их купил, буду подшивать, да? Значит, этим ракеткам, вот этим ракеткам, они больше лет, чем вам. Почему? Объясняю вам. Я всем, кто начинает, объясняю. Ракетки не бросать, не стучать. Держать в руках и не касаться, только мячиком. Тогда они будут всегда... Могу ракетку показать, которая 25 лет не бросает до вас. Которая 25 лет. Еще раз. Вот ты стучишь, очень плохо. Еще раз, в руке держать надо. И четко набивать. Не надо стучать здесь, так стучать не надо. Поэтому я вам дал еще 10 приседаний. Ставим. 10. Пошли. Уно. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шаса. Шапка. Оп. Я же сказал, что у тебя болит. У вас болит. Хорошо, спасибо. Здесь. Мате, аккуратно, девочки сначала, потом мальчики, положить мячики в ракетке. Хорошо, значит я тебя отпущу. Все, можешь сюда не идти, а не будет, я тебя жду. Так, положили ракетки, мячики, мальчики и девочки, пожалуйста, аккуратно. И садимся. И садимся. Так, внимание сюда. Ушли все. Садитесь подальше уже. Так, сейчас становимся. Как становимся? Обязательно становимся под лампу. Там и здесь. Почему? Если мы становимся здесь, видите, там уже кто-то попал, уже надо мне лезть и снова заделывать. Отсюда вы попадаете в лампу. И еще раз. Один здесь стоит, другой там. 300 бросков. Вы, пожалуйста, сюда. Вы вдвоем, вот вам мячик. 300. И считать вслух. Каждый десяток вслух. Вам. Пожалуйста. Что можно? Начинать? Да? Вы. Пожалуйста. Вот сюда. Подвиньтесь, пожалуйста, Григорий. Куда еще? Все, готово? Еще раз. Стоп. Встань сюда. Ближе, ближе. Стоп, внимание сюда. Послушайте меня внимательно. Когда вы делаете бросок, я должен посмотреть, я смотрю, вот он готов или нет? Не готов. Почему? У него руки внизу. Я смотрю на руки, смотрю на лицо. Если Артем вдруг подвернулся, кто-то его отвлекся. А вы ему бросаете, вы в лицо попадете. А если вас попросил мяч бросить учитель физкультуры? Нет, а вы взяли, сейчас, а вы взяли, бросили, а он отвернулся, вы в лицо попали. Вот учитель физкультуры, правильно, нужно перейти и отдать мяч. Да. А своему партнеру, я должен посмотреть. Артем, руки. Готов? Все. И смотрите, бросил руки.
постараться, стараться. Итак, отжим. Три стоя. Пошли. 151, 152. Чего орать? На них не на поезд. Пошли. Я считаю. Уно. Двое. Три. Патру. Чинь. Шасе. Шапте. Оп. Ноу. Дичи. Уно. Двое. Три. Патру. Стоп. Стоп. Смотрите внимательно. Стоп, стоп. Смотрите внимательно. Если вы делаете... Вот смотрите, зачем я вам это даю? Во-первых, вы укрепляете, вы, во-первых, пальчики укрепляете, ручки, плечи. Дальше. Если вы взяли мячик, поймали и считаете, раз, вы не раз считаете, а ждете долго и бросаете, это не очень хорошо. Я бы хотел, чтобы вы бросали чуть побыстрее. Это уже ближе к волейболу. Вы поймаете? Держи ручки. И пошли, пошли, быстрее, быстрее. Вот видишь? Так неправильно бросай, не бросай в сторону, когда есть. Ниже, ниже. Быстрее, 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 быстрее. Репетер. Пошли. Можете чуть ближе встать. Чуть ближе. Сильно очень бросаешь. Нет. Стоп, стоп. Не надо там лобки. Лобки внизу. И чуть-чуть на лестнице. Вот так мячик должен быть. 50. Пошли, пошли. Бросаем правой рукой. Мэйна, мэйна, дряпа, дряпа. Девчонка, мэйна, стынга. Стоп, смотри, положили мяч вниз. Положил мяч вниз. Стоп. Георгий переходит сюда, Вадим сюда, вы переходите сюда, Михаил переходит туда. Готовы? Пошли. 20 бросков, 30. Пошли, бросаем. Бросаем. Георгий, да, вот так, ручки. 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Стоп! Перешли. Вилечка туда, пожалуйста. Михаила, положи мячик и сюда. Приготовились? Отжимаем. Томки. Уно. Дой. Три. Патру. Чи. Шасе. Мягче, мягче кидай. Мягче. Он же потяжелее. Пошли. Хорошо, Матвей. Перешли. Мячик опускаем и переходим. Отжимаем. Пошли. 20 бросочков. Аккуратно, аккуратно, не ругаться. Если вам что-то не нравится, скажите. Да. Артем, чуть ниже, Артем, чуть ниже. Хорошо. Матвей, перешли. Перешли. Так, смотрим внимательно. Сейчас вы... Ведете мяч правой рукой. Стоп. Эти ничем не сюда. Тяжело. Так, давайте. Так, сейчас я выставлю. Так, остальные вот здесь мяч взять. Взяли здесь еще мячик. Каждого мячик. Идем в баскетбол.